Бывший директор службы информации безопасности Александр Ясауленко стал послом по особым поручениям. Сотрудником Министерства иностранных дел и европейской интеграции он является с 28 июля. Это нашему телеканалу подтвердил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Даниэль Воде. Александр Ясауленко подал заявление об отставке с прежней должности 30 мая, мотивировав свой шаг переходом на другую работу. Нового главу службы информации безопасности, им стал Александр Мустяца, парламент назначил 2 июня по предложению президента Майсанду. За это проголосовали 54 депутата от партии «Действие Солидарность». Оппозиция подвергла критике данное решение, поскольку Мустяца прежде не работал в сфере безопасности и имеет несколько гражданств.